Selam. Ben kendimi üst güce bağlamaya çalışıyorum. Ama tek gördüğüm... Я пытаюсь соединить себя с высшей силой, но все, что я вижу, это что она убегает от меня. Почему она скрывается от меня? Потому что ты должен в точности выстроить свою тропинку, свой путь, направление свое, условия, на которых ты хочешь соединиться с тем, чтобы был у тебя контакт с ним, достаточное соединение, контакт правильный, устойчивый, и тогда ты почувствуешь, что ты соединяешься с ним. Высший всегда открыт, только у него есть условия для того, чтобы ты соединился с ним. Понимаешь, как у любой более высокой ступени, к которой ты приходишь, будь это школой, когда ты переходишь из класса в класс или на работе, в любом месте. Если ты хочешь продвинуться, ты должен привести себя в соответствии с новым местом, с новой ступенью. И то же самое здесь. И мы поэтому учим. Теперь то, чего нам недостает, это всего лишь знать, в каком виде мы должны быть соединенными между собой, в каком виде мы должны просить у Высшего, чтобы произвел соединение между нами, и как мы приходим к этому в общем. Вот и все. Работа в целом, она не трудная. Она достаточно, я бы сказал, обычная. Только то, что мы должны делать, это каждый раз понимать, что кроме объединения между нами и соединения с Высшим, нам нечего делать. И каждый раз это соединение происходит в стиле немного более новым, более высшим, еще немного более высшим, еще как на местах работы, скажем, когда каждый раз требуется от нас еще немного, чтобы быть готовыми к новому месту. То же самое здесь.